Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Зайдем на тренировку и заберем всех наших бойцов. Это, конечно же, в первую очередь все делается, потому что, возможно, кто-то подрастет и кто-то, может быть, проапается, фиг его знает. Сейчас посмотрим. Опачки, я уже вижу, что кто-то подрос. Так, зайдем в квест и заберем. Ребят, я вам говорил, что нам остается совсем немножко для эпического сундука. Блин, как же я хочу накопить на него, а? Побыстрее. Так, зайдем на арену, ребята, у нас здесь ревард. 24 карточки у нас на молотильщика и сундучок. Давайте смотреть, что же нам здесь достанется. Так, я могу отметить для себя лично, это зомби с надгробием. Ну, возможно, еще вот этого засранца маленького пришельца. Ну и, естественно, ребята, 21 507 монет лишними никогда не будет. Так, кого нам сейчас дадут? Я боюсь, уже большие уровни будут, и я вряд ли справлюсь. 75-й, 74-й. Ну что же, я, наверное, разочек, ребята, подерусь. Или не стоит? Если мы деремся, ребят, мы тратим здесь энергию. Понимаете? Блин, я не знаю, ребят. Мне как бы нужна энергия для... Сегодня вообще я хочу что? Заработать себе 77 уровень. Я думаю, что вы тоже хотите этого увидеть. Поэтому давайте, наверное, все-таки мы пойдем на основную сюжетку. Зайдем в магазин, посмотрим, что у нас тут. Ага, ракетный робот бесплатно. Одну карточку мы с вами забрали. Ох ты, смотри, ребят. Давай-ка так сделаем. А потом еще вот так. Да, вот она, ребята, халява где. Блин, а зачем я это сейчас сделал так, а? Ой, дурила, елки ты палки, мы бы знаете, что могли сделать? Мы могли с вами подраться на арене, потратить, предположим, энергию. После этого я мог бы спокойно апать себе левел. Ой, елки палки, да, ребята. Лопухнулся. Так, и у нас, у нас маг получает третью звезду. Тьфу ты, что я делаю-то, вот. Ну что же, маг растет, и это хорошо. Я только за. Так, ну что, ребятушки, блин, мне даже не хватит денег. Или нет, хватит мне проапать. Давайте начнем. Начнем вот с этой команды, естественно. Но это у меня не основная, все, наверное, знают. Основная у меня это другая. Убер-супер-пупер команда разрывает всех подряд. Это вот именно эта команда, ребята, да. Блин, а мне не хватит сейчас проапаться, ведь так? Ай, чуть-чуть не хватает. Ладно, фиг с ним. Я думаю, что мы с вами должны заработать денежку. Ну что же, идем с вами в бой. Так, мы здесь с вами остановились, да? На континенте подданных. Потом у нас там идет... Что у нас там идет-то, елки-палки? Ах, так у нас только... Ой, у нас самое начало. Все, понял я, ребят. Так, смотрим. Тигр, ниндзя... Копьеносец и храмовый пес. Против этих ребят, наверное, мы будем... Так, а что мы будем-то? Ну, давай попробуем этой командой сыграть. Хотя, честно говоря, меня немножко смущает здесь тигр. И надо было, наверное, той, где у нас летучая мышь есть. Ёлки ты палки. Ладно, попробую что-нибудь, ребят, здесь выдумать эдакого. А будем противостоять, как всегда. Так, а может быть мне получится ведьм призвать? Кто его знает? Смотри, у меня уже 500 маны есть. Кто выбежит? Ах, ты смотри, что он начал. Ну, Ронин, ну елки-палки, я думал, ты сейчас выбежишь в истерике. Фиг там. Никакой, ребят, истерики у него не было. Естественно, тут заколбасили его. Сейчас я попробую, знаете, что делать? Вот так вот. Ну. Давай. Тигр мне валите. Ну, кто мог сомневаться, ребят, что именно вот так он залепит. Угу. Ведьма. Вот кто мне нужен, ребята, ведьма. На-ка, получи. Все, сейчас пойдут у нас дела в гору. Так, тигр мне здесь не нужен, если честно. Интересно, он мне убьет ведьму с одного вот этого вот духа или нет? Посмотрим. Сравним. Так, пока все замечательно. Возможно, мы сейчас даже и пройдем здесь. Причем вообще без каких-либо проблем. Смотри, что получается. Хоба! И мы уже бомбим с вами базу. Практически... Да, мы ее разобрали вообще. Ядре не фени. Йок-макарек, все хорошо, все отлично у нас идет. И последняя заключительная миссия. Кто здесь босс? Богиня Света. В принципе, ребят, если... Вот Ронин меня здесь больше пугает даже, чем Богиня Света. Угу. Но поехали, посмотрим, как у нас тут будут обстоять дела. Я думаю, что...
катка должна быть изейшая, потому что он будет тоже копить на богиню солнца энергию, но я должен его опередить. К тому же не забывайте, ребята, у меня орда зомбарей должна быть, но тигр может нам всю эту малину испортить своим испусканием духа. Тихо, 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 Ронин, я про тебя как-то и забыл, если честно. Тут еще и копейщик. Ладно, мой, как всегда, ребята, еле идет. Все, пока нормуль, отбились. Еще один Ронин у него. Опять та же самая, ребята, схема, ты посмотри. Он все по старой схеме делает. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, ведьма, 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 мне нужна, ребята, ведьма. Я ее вызвал, я ее вызвал. Ах ты, зараза, смотри, он... Да ну, хорош, завязывай уже. Так, понеслась, понеслась, понеслась жара. Лишь бы тигр, ребята, здесь не начудил. Вот единственное, что я прошу, это чтобы тигр здесь... Ух, и он не начудил. Так, богиня... Богиня солнца, ты не припухла ли, а? Давай ее колбасить, ребята. Есть. Мы ее разорвали просто в клочки. И полетели эти клочки по закоулочкам. Вот что я могу сказать, тигр. Вот это плохо. Упс, но мы выжили. Но мы выжили, и слава богу. Так, ребятули, давай, 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 давай. Нет, ведьма, не падай. Упала ведьма, ё-моё. Это плохо, это очень, ребята, плохо. Потому что мне придется ее сейчас заново, наверное, вызывать. А я ведь должен успеть. Твою ж каракатицу. Времени единственное, что у нас мало. Ну, тигра, убейте, убейте тигра. Ага, ну как всегда, ребят, душа вылетает, это... Я даже в этом не сомневался, что она вылетит. Знаете, кто убил меня в прошлый раз? Да-да, именно ниндзя. Именно эта говнюха меня поджарила тогда. Так, ведьма, ну ты бы отходила бы по-хорошему-то, а? Ну, сейчас опять ее заколбасят. Или не заколбасят, я не знаю. Сейчас тигр появится, наверное, нет? Нет, пока никого нету. Давай поможем своим ребятам. Ну, 13 секунд, ребят, 13... Есть, 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 есть. Отлично. Ух. А мне нравится. Мы все-таки выиграли, я два раза призвал ведьму за этот раунд. Но оно того стоило. Так, нефритовая империя, открываем сундук и смотрим. Ну, то, что 10 тысяч, это хорошо. И вот всадник на журавле тоже неплохо. А вот черепаха меня пока, честно говоря, не особо интересует. Но мы с вами переходим на территорию нежити. И у нас тут еще, блин, дофига будет территорий. Так, и кто у нас тут? Некро и, как мы видим, зомби. Я думаю, что вот эта вот команда должна здесь хорошо зайти. Благодаря нашей чумной мыши, которая, не забываем, прокачанная на 4 звезды, будет здесь давать джазу. Ну а эти зомбики, которые сейчас будут бежать, я думаю, что ничего нам плохого не сделают. Наверное, да? Я рискую, ребят. Ага, я хотел... Ну я вообще-то успею, успею сделать. Все. И теперь нам нужно, естественно, призывать уже чумную мышь. Почему именно чумную мышь? Потому что она, ребят, сейчас будет бомбить. Вот так вот. А если еще будет вызывать болото, то это вообще будет хорошо. Вот, чумное болото, видите? Кислотное, я бы даже так сказал. Упс. Ну что, ведьмуля, некро, тебе ведь не нравится, я ведь знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай еще одну мышь вызовем. Ты посмотри, что... Посмотри, что тут происходит, эй. Хорош, ребятули. Успокоились, я вам сказал. Чумные мышки, давайте быстрее, жарьте там, я не знаю. Пиликайте на скрипке. Ну вот и все. В принципе, мы с вами отстояли свою честь, свой замок. И еще вот так вот сделаем. Все, шансов нету. У врага нет шансов. Ни малейшего. Расколбас. И рухнул замок как кирпичный, как картонный домик. Так, ну что, ребятули, двигаемся с вами дальше. И давай посмотрим, кто здесь прибавляется. А здесь прибавляется как раз чумная мышь. И это плохо. Для меня, ребята, это плохо. А что если мы... Опачки. Давай проверим БФГшку как раз вот на этих колобках. Как все у нас здесь будет идти? Ну, тут надо будет, знаете, что еще делать? Здесь нам нужна обязательно баллиста против этих самых летающих мышей. Чумных. Так, будем пробовать. Так, он уже вызвал.
Ты понял? Он уже вызвал. Ну-ка посмотрим, кто сильнее. Блин, паладина, наверное, разберут сейчас. Сейчас паладина разберут. БФГ, твоя помощь мне здесь нужна как никогда. Да бомби ты, вот. Слушай, БФГ очень даже неплохо справляется. Вот что я могу сказать. Очень неплохо. Так, и она, причем колобков этих уничтожает просто на ура. Вы посмотрите сами. Но только колобков уничтожает. А вот с остальными она как-то не особо хорошо справляется. Так, ладно, ускорение. Давай. БФГ-ха, ты просто меня радуешь. Все-таки не зря я стал ее качать. Вот серьезно вам говорю, не зря. И баллиста, то, что у меня прокачанная по полной программе. Кто-то спрашивал, и как тебе баллиста, прокачанная по фулу? Ребята, просто изумительно. И я вам всегда рекомендовал прокачивать именно новых персонажей. Это вот кто входит? Баллиста. Вот единственное, кто меня разочаровал в последнее время, это тыквоголовый. Ну, вот как-то вот не особо он хорош. А зомби с надгробием я не особо играл им, чтобы вам что-то про него сказать. Вот я могу точно сказать, что баллиста рулит. Ведьма здесь рулит. И кто у нас там еще из новых-то? Я уже и не помню. Ну вот, короче, баллиста и ведьма — это у меня топчик вот в данный момент. Так, что здесь? Здесь у нас, ребята, тоже плоховато все. Здесь зомби. Вот знаете, чем хороша БФГшка против вот этих вот зомби-камикадз? Тем, что она при выстреле отскакивает назад. А вы знаете, что зомби, когда подходит, он получает урон, он еще сколько-то шагов делает, после этого только взрывается. То есть БФГ-ха может спокойно... Вот сейчас мы... Нет, проверять мы сейчас не будем здесь, потому что это бесполезно. Мы сейчас немножко по-другому сделаем, вот так вот. Оп, видели? Вот, вот об этом я вам и говорил. Ну, блин, ее траванули, к сожалению. Траванули, причем довольно неплохо. Ага, то, что нужно, ребята. Так, давай, суперудар. Погнали. Опс. И замечательно-то просто как. Ух, как классно. Погнали, ребят. Блин, ну-ка посмотрим, как БФГ сработает здесь. Тыч. Ой, идеально. Ну, она сейчас погибнет. Она вступила в эту кислоту. Будь она неладна, эта кислота, а. И погибла. Да ну, куда вы всей кучей-то рванули? Слушай, я не могу налюбоваться БФГшкой-то этой. Ты посмотри, она же действительно красота. Эй-эй-эй, оп. Не успел отпрыгнуть, к сожалению, он не успел отпрыгнуть. Но зато баллисты просто все держат под контролем на расстоянии выстрела. Просто к ним никто подойти не может. Ха-ха-ха. Вообще классно. Просто потрясно. Ой, да мы сейчас так вообще разбомбим базу. Классно, что я могу еще сказать. Баллиста знает свое дело и делает это вообще идеально. Вот и опять наша победа. Слушайте, мы, по-моему, с вами денежек накопили, да, на прапывание наших персонажей. По-моему, накопили. Давайте, ребята, глянем. Я просто хочу свой основной убер-пупер-супер отряд прокачать. Ну давай ты уже не томи, что ты меня не перекидываешь. Так, это мне не нужно. Да, где это? Не то. Вот, а, у меня всего 42 тысячи. Но этого должно хватить буквально... Вот так. И даже базу я могу, да? Отлично. Все, ребята, у нас здесь два отряда основных проапаны. Вот этот надо еще проапать в обязательном порядке. Ух, круто. Ну что, поехали в бой. Кто у нас там сейчас прибавится, я не знаю, но мы посмотрим. Ну, покажи мне, пожалуйста, весь список. Здесь прибавляется, ребята, Каспер. Злой и вонючий Каспер, он меня бесит. Он меня бесит, я вот думаю, может быть, вот этим отрядом нам все-таки продолжить. Как думаете? Рискнем? Рискнем или не... Я даже не знаю. Давай рискнем. Попробуем, ребят. Я только здесь ставлю большую галочку нашей чумной мыши. Потому что кроме нее здесь больше нету юнитов, которые могут летающих... бомбить. Но вот этот Каспер меня тоже очень сильно смущает. Серьезно говорю. Так, и мы начнем, пожалуй... Оу! Оу! Вот это плохо сейчас было сделано. Вот это плохо. Так, ну Каспер ничего не делает практически нашему Джаггернауту. Джаггернаут, ты куда пошел? Нет, ребята! Уничтожьте друг друга! Мыши просто друг друга уничтожили себя. Так, выпускаем сюда. Оп!
Что-то нифига не сработал мой, ребят, фаербол. Точнее, он сработал, но хреново очень. Так. Твою ж макареку. Ребят, сейчас моих тут зажарит. Это вот одна чумная мышь просто зажарит весь мой отряд. Ты прикинь? А ну-ка давай вот так вот сделаем. Чтоб им было неповадно. Так. Давай-давай, некро, главное мне забомби эту. Все, отлично. Я выпускаю, ребят, фаербол на эту чумную мышь. Ну давай-давай, еще подбею. Молодец, красота. Нам нужно две чумные мыши вызвать сюда. И все, ребят, победа за нами. Смотрите, сейчас мы уничтожим. Вот так. Ну что могу сказать, мы переходим с вами к последнему этапу. Здесь у нас будет босс, и кто? Жнец, да, наверное? Ай-яй-яй, жнец 81 уровня. 81 уровня здесь жнец. Так, странно, кого нам лучше взять? Конечно, тут лучше бы брать с отражением мою девчулю. Но опять же, не факт, что это все будет работать. Блин, горелый. Ладно, я попробую, ребят. Я попробую, мне Каспер здесь бесит. Он, конечно, жирным, толстым юнитом не настолько много урона наносит, но он все равно бесит. Потому что он потихоньку их травит или что-то там заражает чем-то. И жнец, если он бомбанет по моей ведьме, вы знаете прекрасно, что ей сразу просто хана будет. Сразу же просто хана. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, выпускаю здесь вот так вот. Ой, нифига, Каспер уничтожает с удара ниндзю? Серьезно, что ли? Блин, какой-то горелый получается. Давай, 500 маны я накопил. Все, ребят, я жду наше дружелюбное привидение, хотел сказать. На самом деле, нашу ведьму. И далеко не, не дружелюбную. Зачем надо было так тупануть? Я готов. Я знаю, ребят, сейчас пойдет... Как ее звать-то? Жнец. Готов, жду. Не дождусь его, блин. Вышел, да, уже? Нет, не вышел. Так, немножко просто лагануло, я думал, что вот-вот и вышел. Так, хорошо. Давай-давай, главное не вставайте эту чумную гадость, которая остается. А вот, ребята, и сам жнец пожаловал. Так, он пока там испугался. Мы должны его нахлобучить. А куда? А чё? Подожди, подожди, а что случилось? Блин, ребят, я что-то просмотрел. Что-то случилось с моей ведьмой, ее кто-то заколбасил. Хоть бы отражение, ребят, сработало. Хоть бы отражение сработало. Да ну, блин. На ведьму еще долго слишком. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ребят, по-моему, тут нам звездец приснится. Хотя вот нас может что спасти. Давай-давай, Ронин, вылети. Есть! И все-таки нам помогло, ребята. Помогло везение, помогла фортуна, удача игровая и так далее и тому подобное. Потому что именно за счет этого я смог сейчас уничтожить босса-жнеца. Он считается, ну, на самом деле, очень колоссальным убийцей. Так, и дальше. Я единственное, что не понял, как у меня в первый раз-то погибла моя ведьма. Вот что-то, честно говоря, не досмотрел этот моментик, не доглядел, так скажем. Так, что у нас тут? Заваруха какая-то непонятная. Что-то происходит. 12 секунд! Нет, только не по времени, ребята. Только не по времени. Блин, мы с вами спекемся из-за времени, да, к сожалению. Чтоб тебе было пусто, а? Вот зараза, ребята. Сфейлился по тайму. Ёлки ты палки, а? Ну как же так? Ну как же так можно было сфейлиться по... Такой был неплохой шанс. Ядрить макарить, а? Ну чтоб тебе. Ребят, нам придется переигрывать. Вот теперь я сижу и думаю, кем? Кем и как лучше это все сделать? Вот этим отрядом. Этим отрядом или вот этим. Там Каспер злой. 80 уровня. Фулл звезды. Я думаю, что, наверное, вот этим. Но этот медленный отряд у нас. Хотя за счет прыгуна и, может быть... Ладно, поехали. Че тут, блин, гадать? У нас тут еще, не забывайте, дед. Дед-универсал, который глушит на раз. Мы, по-моему, жнеца в прошлый раз и вообще в прошлой серии бомбили дедом. Потому что дед оглушал их, и все у нас было хорошо. И нам плевать сейчас на этого Каспера будет, если мы будем с вами вызывать нашу чумную мышь. А, кстати, этот, когда взрывается, он, ребята, может уничтожить.
Он может уничтожить мышку взрывом. Вот что я хотел вспомнил, блин. Видите, что происходит? Видели сейчас только что, что, блин, получилось? Давай еще одну чумную мышь вызовем. Так. И вот самое обидное, что вот этот говнюк подойдет сейчас и взорвется. И уничтожит всех, да? Почти всех. Давай, прыгуля, пошли. Ты мне тут нужен как... Фаербол. Зачем я фаербол истратил на это? Зачем? Вот так, ребята, все и падает. Вот так вот все у нас и рушится. Мне нужен дед, а я почему-то деда не вызываю. Так, две чумные мыши. Хорошо, солидно. Да сдохни ты! Вот, ребята, и вышел этот вонючий жнец. Ох, будь он не ладен, а. Армию себе плодит, говнюк. Ну а как же ему не плодить-то? Конечно, плодит. Ну, кто, как говорится, кого? Дед, ну! Отлично. Эй, смотри, кто идет! Камикадзе! Да чтоб тебя! Ну, хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь, хоть как-нибудь. Нет, нет, ребят, никаких шансов, по ходу дела, у нас нету. Если только фаербол меня спасет. Если мы успеем с вами его зарядить, конечно же. Я попытаюсь, ребята. На, гаденыш, получил свою, а? 35 секунд, опять какая-то ерунда у нас получается. Ребят, опять какая-то ерунда, опять по времени мы с вами не успеваем. Да в чем проблема-то, я никак не могу понять. Ну, родные мои, давайте, поднапряглись, ну в конце-то концов. Это некр тут еще выеживается, вылазит, блин. Так, заморозка. Всех этих колбасок заморозили. Блин, дамага не хватает. Не хватает, ребята, нам просто-напросто дамага. Поехали. Тыч, ну, 3 секунды. Да плюньте вы разок-то там, да просто, ну. Тупорылые мыши, а. Пипец, блин, какой-то. Я не знаю, ребят. Фигня полнейшая, блин. Нет слов у меня на них, блин. Ну тут-то что не так? Тут все нормально, бригада, будь здоров, блин. Почему не можем завалить, а? Ну да, есть небольшая там разница в уровнях. В 5-6 уровней, ну. Блин, я не знаю. Попробуем еще разок. Неужели из этого вонючего Каспера? Да нет, ребят, на самом деле, мы здесь, скорее всего, проигрываем из этой некро. Она своих колобков вызывает в помоечных этих, которые нам просто здесь мешают жить. Вот и все. Так, Ронин, побежал. В неистовстве надо было уходить. Они просто... Ну? Хотя бы так, хотя бы, ребята. Так, я, короче, буду копить на ведьму. Тут без ведьмы, ну никак просто. Отражение, 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 блин, нифига не срабатывает. Ну что ж, давай, теперь мы будем плодить свою армию зомбарей. Ронин, вышел, 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 молодец. Чик, отлично, она же не успела, ребят, среагировать, так скажем. Нафиг их отсюда всех. Уничтожаем, уничтожаем. Зомби этого уничтожьте, да что ж вы. И все как один идут в этот, в это огненное пойло. Так, давай, ниндзя, бомби, бомби, бомби. Расстреливай этого говнюка. Что там, не хватило опять у тебя силенок, что ли, пробить его? Ох, что там творится? Да откуда он такую армию там плодит себе, уродов этих, а? Так, давай так сделаем. Ну их нафиг. Не понимаю я этого, хоть убей меня, блин. Еще. Опять, ребята, мы с вами не успеем сделать. Ну, ну не успеваем и все, хоть тут что делай. Причем этот жнец вызывает, смотрите, там себе и големов, и херемов. Кого он только там не вызывает, а? Нищеброд, блин. Почему у него армия сильнее? Мне кто-нибудь скажет, в чем, блин, проблема? Ну и что? Ну, 15 секунд у нас остается, ребят. Ну, опять же, не успеваем с вами добежать. Фигня какая-то. Просто фигня.
блядь. Не могу, прям бесит. Вот бесит и все. Ой. Ну и что делать? Что тут делать? Я не знаю, как быть. Третьей командой, третьей бригадой идти сюда. Ну это они же медленно, они там еле-еле идут. Я офигею, я не могу пройти этап по времени. Не из-за того, что мы проиграем, а просто по времени. Ну вот что здесь, друидка против жнеца, ну это пипец просто-напросто будет. Просто пипец. Поехали. Я просто от безвыходности уже так поступаю. На самом-то деле. БФГшка. Угу. Тут еще и призрак этот летающий. Да. Как говорится, все карты нам в руки. Друидка слабенькая. Ребят, вы знаете, это прекрасно. И без меня. Она слабенькая. Ее быстро здесь раскурочат. Ну, смотри, сколько он наносит дамага, а, ребят? Так, давай, Палыч, выходи. Что я вот сейчас сделал? Зачем я вот это сейчас сделаю? Я не понимаю. Запускаем. Может быть, вызвать? Может быть, это будет лучше? Не уверен я в этом, конечно. Совсем, ребят, я в этом не уверен. Ну, я вызову. Посмотрю, сколько. Ух. Где твои тотемы, друидка? Где твои тотемы, которые лечат? Погнали. Ну, давай посмотрим, как мы наносим урон жнецу. Будем наносить урон. Очень неплохо наносим урон, ребят. Но он сейчас прорвется. Или не прорвется, нифига. Он не прорвался, ты представляешь? Ты представляешь, что сейчас было? Мы его просто заколбасили. И причем моя друидка всех лечит. И мы вот так еще делаем. По красоте, ребятули. Просто по красоте. Времени, правда, мало у нас. Так. Может быть, все-таки сможем победить каким-то чудом. Десница короля. Ну неужели? Неужели? Блин, ну ни за что бы не подумал, что друидка вот так вот на изи справится со жнецом. Вот серьезно вам говорю. Офигеть. Так, ну что, прыгун это хорошо и деньги это хорошо. Да, неплохо мне нервов тут потрепали. И у нас, ребята, два континента последних остались. Это у нас подданные и это у нас роботы. Ну что ж, начнем с подданных. Посмотрим, кто у нас... Ага, вот он, разбойничек родной. И явился, не запылился. Ну, я думаю, что вот эта команда у меня здесь покажет ему, где раки зимуют. Здесь у нас... Не забываем Джиггернаут, которому пофиг, в принципе, на этого бандита. Единственное, что нам нужно успеть на него накопить. А я успею? А я успею? Нет, я успею, наверное, ребята, судя по всему. Так. Так. Опс. А он сейчас, по-моему, в инвиз, да, уйдет? Или он все-таки проявится? Он проявился. Он проявился. И мы его заколбасим или нет, в конце-то концов? Давай чумную мышь вызовем побыстрее. Да ну! Да пипец, блин. Ой. Ладно, я этот уровень пройду только лишь из-за опыта. На самом деле его нужно переигрывать. Ускоряемся нафиг и, и погнали. Ой, блин, пипец. Да что я делаю? Пройду, я его не пройду, ребят, по-моему, да? Или пройду? Нет, пройду, наверное, все-таки. Или не пройду? Нет, прошел. Только лишь из-за опыта, ребята, все. А перепроходить придется. Как всегда, лопухнулся на этом бандите, блин. Все время его нужно контрить. Я думаю, что вот эта команда здесь зайдет. Поехали. Блин, у нас последняя энергия на ней. Угу. Ладно. Фиг с ним. Кто у нас тут хорош? У нас здесь хорош маг-воин. Маг-воин-то у нас хорош, хорош. А давай посмотрим, кто сильнее. Ага. Ага. Идет, 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 говнюк. На-ка.
Эти сразу такой нежданчик, да, для тебя? Захотел. Чего? Лавров захотел. Нет, ребятуль, никаких лавров ему. Сейчас мы тут будем всех кромсать. Так, не забываем, ребята, контрить. Что я сейчас сделал? Фу, нам повезло. Крупно повезло. Притяжение это, совсем про него забываю. Ну, Ронин, погнал. Погнал, елки-палки. Все, прошли. Но у нас больше нет, ребята, в команде уберов. И энергии нет для этой, как говорится, еще раз пройти, чтобы. Ну, у нас дистанция увеличилась, соответственно, мы можем с вами играть вот этой уже командой. А там еще длиннее, мы можем с вами и последней своей, да, разрулить ситуацию. Так, ну что, ребятулечки, я готов. Бежит Охламон у нас тут первый. И напарывается на нашего голема. После голема, естественно... А, тут тут же разбойник есть. Да? Тут разбойник есть. Так что забывать об этом не стоит. Вот он уже появился. Так, ну что, я вызываю сейчас Джаггернаута. Поехали. И, наверное, придется нам чумную мышь вызвать. Давай, чумная мышь, бомби! Как никогда! Бумс! Шик и блеск! Опять идет, ребят, бандос. Так, ну здесь уже нам, наверное, голем понадобится. А? Ну? Да что там происходит, Джаггернаут? Ребят, офигеть, они меня контролируют здесь. Смотри, не дают мне даже сделать шагу. Эй-э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 й. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот он. Вот он, паразит мелкий. Плюем. Фу. Практически, ребята, прошел. Опять. Нате, гаденыши. Нет, через Джаггернаута ты не пройдешь, говнюк. Не пройдешь, я тебе говорю. Вот так, захоркли мы его. Опять ползет. Опс, подожди, а как я его контролирую? А, все, нормуль. Все, отлично. На, плевком, как говорится, получил. Ну что там у нас опять за проблема? Что за затор такой образовался? Пробиваем, ребятули, пробиваем. Так, и вот так. Где отсюда? Мы будем или нет? 50 секунд осталось, елки-палки. Есть. Шик и блеск, отлично. Прошли, пробили оборону. Так, у нас энергии здесь не осталось только вот тут. Но здесь, ребят, прибавляется маг. И опять же, это разбойник. Как будем разбойника контрить? Я не знаю, паладином, что ли? Это чревато, если честно. Для нас. Ладно, подождем, посмотрим, кто пойдет сейчас. Угу. Мечник вышел. Давай сделаем так, БФГ вызовем. Ага, вот этого паренька нам нужно, ребята, обязательно будет контрить паладином. Поверьте мне, паладин здесь нужен. Так. Так. А успеем ли мы? Успеем ли мы тут? БФГ, давай. Ну. Только вот так вот нам, ребята, и помогло это все дело. Опять идет этот вонючий мелкий разбойник. Контрим. Сейчас будет жарить этот маг. Ой-ой-ой, плохо, ребят. Совсем плохо все. Смотри, у мага дистанция. Офигеть, поражение, да? Да, тут проиграл я, короче. Эй! Я офигею. Я просто офигею. Мы профукали здесь с вами счастье свое. Здесь нужна была баллиста изначально. Но дело в том, что вот этот вот вонючий мелкий разбойник, он все это уничтожает. Причем довольно быстро. Смотри. Бежит, блин, довольный. Охламон. Да, ребята. Короче, мне вот этот этап не пройти этим отрядом. Ну, это видно. Невооруженным даже взглядом. Единственное, что мы можем что сделать? Посмотреть. Да иди ты отсюда. Так, он у нас еще и не проапанный полностью. Вот в чем проблема. Если мы возьмем, ну, предположим, Терракошу, как вы думаете, будет от этого какой-то толк? Если мы возьмем Терракошу, да, поставим его вместо... Черт, заманчиво все это. Вместо кого, блин? Вместо мечника? Сколько он... Ну-ка, давай, короче, посмотрим так. Я, предположим, убираю отсюда вот так.
А вот здесь вот так делаем. Ну, Таракоша, ну, до ужаса медленный чел. Ну и все, ну и фиг с ним, ребят, да? Так, у нас здесь еще... Слушай, а может быть нам взять Некро? Тут можно много кого взять теперь, ребят. Посмотрите, по большому-то счету. Маг, маг. Меня маг бесит. Мага нужно очень быстро убивать. А у него массовая атака, да? Я даже не знаю, ребят. Ну, кого тут можно? Молотильщика? В принципе, молотильщик хорош, как дамагер. И рубит он неплохо. Ну и Некро тоже неплохо. Короче, я попробую так, ребят. Я попробую так, а сюда мы вернем нашего этого, как его. Пускай он здесь стоит. Так, тут у нас непрапанные. Давай дапаем их. Паладиныч. Так, мечник. Так, базу я пока не буду трогать. Кто у нас еще третий? Блин, Некро 73 уровня. Ладно, ребят, последняя попытка. Да, тогда, нет, так, извините. В принципе, вот эти вот колобки очень неплохо контрят именно разбойника. У Некро, который я имею в виду. Но это надо... Блин, то надо постараться как-то все это сделать. Он мне не даст, наверное, мне почему-то так кажется. Не даст и все. Давай. Вау, вызвал. Ну-ка. Угу. Бедная моя... А, нет. Нет, нормуль. Нормуль, ребята. Так, надо еще, наверное, одну Некро. Хотя мы вот так лучше сделаем. На! На! Получил, блин, гаденыш. Так, ну не забываем, что, ребят, вот он. Вот он тот гаденыш. Чух! Ну! Да елки-палки, вы будете убивать? Убили. Убили! Этого хламонища. Смотри-ка, мы, ребят, уже подобрались к замку. Давай, баллиста. Поджарить их гаденышей. Выпускаем, ребята, свои эти. Так, так, так. О, я что-то не заметил, ребят, что здесь этот... Блин, разбойник, оказывается. Как он умудрился там пройти-то? Так, сколько у нас времени? Минута. Я вызываю друидку и смотрим, ребят, что у нас тут выйдет. Смотри, смотри, что делает, а? Смотри, что делает. Друидка! Нормуль. Да должны разбомбить, ёпрсты. Должны, просто обязаны. Есть. Вот так вот, стоило только лишь, ребята, поменять Некро, и дела пошли в гору. Так, здесь у нас жрица. Хм. А, энергии, ребят, нет. Зато здесь... О, и здесь появилась. Так, я думаю, что вот начнем, наверное, вот с этих вот. Потому что та команда пойдет, если мы сейчас пройдем, против босса будет хорошо. Будет хороша против босса. Так. Тут, не забываем, у него спам есть. Мечнички эти маленькие же, да? Ну. Черный рыцарь вышел. Фулочка. Фулочка... Прикрыт с жрицей. Ну вот, ребята, и спам идет. Вот и спамчик идет. Давай Джаггера вызовем. Так, голема нашего. Сейчас будет хилять. Сейчас будет, ребят, хилять. Разбойник он подтягивается, я вижу его. Так, мне нужно, ребята, контрить разбойника. Так, вот нормуль, я его законтрил. Так, дальше у меня выходит прыгун. Уничтожили. Прыгун, а что ты так недалеко упрыгал-то у меня, а? Родной мой. Что-то как-то не особо далеко ты у меня ускакал. Давай, дед, накажи этого бандита. Карточки все эти нужны. Так, и фаербол у меня, ребята, подзарядился. Сейчас будет большой бум. Вот так вот. Еще и вот так сделаем. Ну все, я думаю, хана сейчас замку. Тьфу, дед тут пришел сейчас. Начнется веселуха.
Ну что я могу сказать, изикатка получилась. Так, 500 опыта, кстати, мы с вами получаем за прохождение уровня. И у нас последний этап. Здесь у нас король. Здесь у нас, в принципе, все те же самые бойцы, что были. Но добавляется король. Тут маг плюс жрица, разбойник и мечник. Поехали, будем смотреть, кто кого. Я думаю, что мы его порвем. Хотя король... Ух, если попадет под удар, моя ведьма, под кролиный удар, то все, она сразу тут лапки свесит. И не забываем, что тут надо контрить разбойника практически постоянно. Вот он, Ахламон, ребята, вышел. Так, мечник там сзади. Ну давай, 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 в инвиз уходи. Вот он проявляется, и мы его, ребят, наказываем. Именно то, что я хотел. Так, что же, нам надо... Так, разбойник, ты что-то как-то тут не в тему. Вот так мы, ребята, его наказали. Все, дальше вызываю ведьму я. Ведьма, давай, выходи, не прячься от меня. Блин, маг этот там появился. Нифига ты, родной мой. Чего там удумал? Ха-ха-ха. Жарим, жарим, ребят. Беспощадно. Король, король появился. Слушай, слушай, это опасно. Это очень опасно. Давай, 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 давай. Жарь. Маг там еще. Опа, а вот это может быть плохо. Все, мы разбомбили. Ребятули, мы разбомбили с вами этих недотеп всех. Вы прекрасно все это сами видите. Так, секунду, секунду. Радоваться пока еще рано. Времени мало. Всех вот этих сюда, под одну гребенку. И уничтожаем уже замок. Ронин, выбеги, нормально. Нет, не вышел он нормально. Но и не надо. Да, ребята, мы с вами прошли эту область. Да-да, именно с подданными. Ну что же, сегодня была отличная, красивая, классная игра. Немножко, конечно, нервы мне потрепал один уровень, вы знаете какой. Но там стоило лишь взять некро, и все у нас сразу же наладилось. Ну, энергии, я так понимаю, у нас не осталось нигде, да? Посмотрим сейчас. Нету, погоди-ка секунду. Здесь откатилась энергия. Так, можем, ребят, наверное, попробовать с вами один этапчик здесь зарулить. Ну, а почему бы нет-то? Энергия, если есть, то надо ее... обязательно потратить. Я, правда, не посмотрел, кто у нас здесь враг. Не посмотрел я, вот зря, наверное, да? Оу, нет, не успею. Ребят, не успею. Или успею? Нет, наверное, не успею. Фиг его знает. Молотильщик, это, ребят, такая собака. Ну, вы прекрасно понимаете, о чем я и к чему я. Блин, ну, все, это понятно. Тут, ребят, к сожалению, шансов нету. Молотильщики плюс прикрываются... этими, как их звать-то? Щитоносцами, это, ну, не вариант. Это не вариант, к сожалению. Хотя, конечно, хотелось бы пройти. А давай так попробуем. Джик! Не-не-не, ребят, тут даже вот это не помогает. Даже это мне не поможет здесь. Хотя некро могла бы помочь. Ну, видите, маленькое слишком расстояние у нас от базы до базы, и я не успеваю себе накопить маны. Ладно, вот так вот тупо и глупо я сплавил последнюю энергию, которая мне была доступна. Ничего, ребят, с этим не поделаешь. Но я надеюсь, что игра сегодняшняя вам очень сильно понравилась, как и мне. Остается нам что? Прапать нашу родную. И, к сожалению, у нас не хватит. А, мы можем банших с вами апнуть разочек. Все. Теперь уже, наверное, точно все. И нам совсем, ребята, капельку не хватает. Да, буквально 15 гемов для нашего эпического сундука. Надеюсь, еще игра 2, и мы все-таки с вами сможем это дело сделать. Вы сами прекрасно видите, я сейчас гемы не трачу, коплю. Ну а на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Всем удачи и до новых скорых видосиков.